это еще одно правильное must-see, или можно сказать must-do, и одновременно с этим must-eat, беда, да. Это знаменитая мороженица Корнелия. На самом деле, можно удивлять, почему она такая знаменитая, но здание прекрасный памятник архитектуры 70-х годов всегда стоит длиннющая очередь, и до этого мне, честно говоря, не хватало терпения туда попадать. Вот, а сейчас туда попал, просто сейчас искать пройдет без очереди, потому что я не считаю стоять очередь. И если бы будет есть на это время, у меня, как честно говоря, кроме двери нет. Попал сюда, я вот на стол, и едим совершенно безумно вкусное мороженое, правильно я говорю, Даня, да? Вот, я хочу обратить внимание, опять же, на стоимость того мороженого, когда вот люди говорят, как, что это дорогая штука, не верьте, да, понимаете, как бы, да, это дорогие автобусы, дорогой интернет. Вот, но вы живете в квартире, собственно, на пути из гостиной за $23, и сейчас вы кушаете мороженое стоимостью, можете это не верить, вот Даня показывает это мороженое, вот это совершенно вкуснейшее мороженое, стоит где-то 6 рублей, 6 рублей. Прописью 6 рублей. Все, конец связи.